Всем привет, друзья! Про выходим Divinity Original Sin. Я Ира, Севан рядом стоит. Она же... Да. И кашляет. Она же Дизипта. Да. И мы идем валить пьяных гоблинов, которые в прошлый раз завалили нас. Может быть, у нас даже получится. Да, потому что в прошлый раз у нас как-то не очень удачно получилось. Всё. Ну, потому что как-то... Да, мы были в разнобой все. Джанчик далеко стоял и вообще... Тебя заметили? Да, если мы организованно начинаем, то у нас обычно лучше получается. Ну ладненько, что тут ничего. Рандом. О, широкий череп. Не иди. Вот, давай я предлагаю жахнуть того, кто лежит, либо жахнуть их. Ни хрена себе звуки. Либо жахнуть их издалека. Да, издалека так как раз. Так, так. Так. Все, понеслась. Пошлите, кустики. Подожди, подожди, тихо. Там кто-то справа палит. Да, или ты можешь по бочке долбануть, чтобы она горела. Это бочка со слизью. Ну да, если огнем фигакнуть, то она может... могу, ладно. Либо, знаешь какое, либо немножко попозже, как бы вторым ходом, потому что они начнут, естественно, скапливаться, и как раз они подойдут вот к этому, к лежащему. Так они сперва к нему подойдут, потому что потом-то они уже к нам подойдут. Ну да, тоже верно. Угу. Так... Отравление не действует. В принципе, смотри, я сейчас могу подползти. Ой, ёшкин свет. Смотри, подползти и жахнуть огнем вот прямо сейчас, что называется. Или, да, кстати, использовать так. Этот самый рикошет. Правда, он ни до кого не достанет. Почти. Так, нет, лучше огнем сразу жахать. Их там двое спит, причем. Короче, я жахаю. Давай. Так, вас заметили, причем я начинаю. Хорошо. Надо чего? Держаться подальше от цветов. Это очень важно. Да. Причем можно даже вот тут прям оставаться, пусть они там себе да. Что хотят делают. Да. Так, я попробую вот это применить на кого-нибудь. Что ты делаешь? Ик! Не действует. Ик! Ну он так замедлен, сейчас... он же бухой. Я можу пофигу. Я посмотрю насчет того, что сохраняются ли очки, кстати, попытаюсь запомнить. Да, ребят, вы нам даже вот... много раз наверняка писали, я уже не помню, к сожалению, в комментариях, то, что очки прибавляются, если пропускаешь ход. Мы, честно говоря, не замечали этого, потому что нам не до того было каждый раз. Да, и мне кажется, там очень много факторов, которые влияют на... Ну вот сейчас у меня 9, я не знаю, я под... Либо... Вот, кстати... Черт, надо же... выйти из этого. Не дотягивается, жаль. А ты не надо, не подходи к ним близко. Ну я не могу, я не дотягиваюсь никакой способностью. Я же не собираюсь прям бежать к ним туда. Чего совсем? Пускай лежит. Дальше. В общем, сейчас я пропущу как раз ход и посмотрим. О, он как раз на 3 хода заглох, парень. Так. Что-то такое бы сделать бы хорошо. А, я могу, знаешь, что сделать? Попробовать. Блин, не достаю. Укрепить кого-нибудь, не знаю. Ну да, самое лучшее, что можно сделать в этой ситуации. Давай. Так. Железный человек. Серебряный серфер. Не знаю. Да, точно. Так, кого бы, цель не видим. Почему? Из-за облака тумана. Из-за дыма. Ладно, стреляем в того, который валяется. Ого, хорошо само. Так, все, я заканчиваю. Черт, я не обратила внимания, сколько у меня ходов было, ну ладно. Вот этих вот пуляющих надо вообще в первую очередь просто, потому что они вообще какие-то... Бешеные. Жесткие. Вот там справа, который стоит, вот он сейчас бежит с дубинкой с большой. Угу. И слева вот один есть, он сильно очень колдует. А остальные в основном по рукопашным. Вот хоть бы они сейчас кучу... О, как хорошо встали, видишь, с рядком таким. Да. Сейчас я их жахну разрывной стрелой, чтобы мне повадно было. Так. Цветы нафиг пропускают. Так, ну что, я в принципе могу... А, ну ты знаешь, в принципе, у жорки сейчас даже сосчитать не могу. 8. Нифига, 11 очков. Для Жора это что-то небывалое.
Просто, блин, мне сложно всегда было как-то... Я по умолчанию думала, то, что очки не суммируются, потому что в таких играх обычно такого не происходит. Mm. И как-то я по умолчанию считала, что нет. Правда, меня всегда интересовало, какого фига они периодически меняются, и кто больше, кто меньше. Но мне как-то мозг эти две вещи не связывал. Я сразу откликалась на наш разговор, либо на бой, либо еще на что-нибудь, что надо было срочно обсудить. И как-то все. А еще мне написали то, что... Про таран, да. Про таран, да. Ребят, мы читаем ваши комментарии. Знаешь, что я могу очень хорошо троих шибануть. Главное, въять не вступи. Там цветочки, кстати, не забывай про них. А, кстати, да. Но зато это будет расточительством, понимаешь? Либо вот этого одного, который стоит вон с серпом, видишь? Короче, делай, как считаешь нужным, я ничего не буду говорить. Ну ты же хотела вот этих трех разрывным чем-то там, да? Да. Вообще. Он на площадь, естественно, да? Да. Она стрела. Да. Так. Тогда ладно, придется одному. Просто я могу в них еще потом и тем самым либо морозной стрелой, они кто-то заморозит, может быть, либо водяной, и ты их потом шибанешь электричеством, им и урон будет, и оглушение. А ну тогда мы в группке оставим, а я тогда вот это, потому что до второго я не дотягиваюсь, который дальше стоит. Вот ну жах и хотя бы первого. Ладно. Ой, мало. А тебе просто так. Ничего хрена себе. Понятно. Коса сейчас гораздо лучше, чем все эти способности его. Больше урона наносит. Сейчас вот мне интересно. Сейчас я сделаю очень рискованную хрень. А, да, смотри, реально на двоих. И этот упал. Вообще замечательно. Я вот этого. Я отойду. Или тебе не надо буду? Отойти, потому что ты окружена. Я не окружена, у меня нет штучки над головой. А, окружен этот, который ты говоришь, да? А зачем? Мне не хватает. Я могу либо отойти. Правда, странно. А, хотя нет, нормально. Просто, блин, я хочу эти очки теперь сохранить. Ну, что поделать. Надо валить от этих цветочков, они как пульнут, и все, и прощай. Да-да, точно. Так, я на всякий случай... Мне, блин, укреплю. Я сейчас не заметила, кстати. Не обратила внимания, сколько у меня очков было. Черт, забыла. Так, щит сопротивления земли, земле с одной стороны, но зато я могу наложить, например, на кого-нибудь земляной щит. Лучше наложи на Жору укрепление. Укрепление еще не восстановилось. Ну, что-нибудь на него наложил, он там стоит такой бедненький. Да. Правда, земля сопротивление, ну ладно. Человек этот, помнишь, это великолепная четверка, вот этот каменный. Да-да. Так, подождите, чтобы мы еще фига понесли. Щеки. Так. Надо тебя добить. Постараться. Угу. Добить. Ну, хоть как-нибудь. Так, смотри, либо я могу статической стрелой тех троих. Они тогда... Либо морозный, либо водяной, и ты их потом добьешь. Ну, водяная, она, видишь, их не оглушит. Либо я могу огненной, вот этой разрывной. Но она сама по себе не очень много урона наносит. Я думаю, что давай водяной, а я потом джанчиком попробую по ним молнией. Правда, неизвестно, может быть, они разбегутся в разные стороны, понимаешь? Не, лучше тогда статически я их жахну, чтобы их оглушило, хотя бы шанс, чтобы был. Ты потом у них стрелять ты сможешь? Ну не хватает, в принципе, так. Странно, написано было, оглушение не действует, но тем не менее все равно показывается, что оно не подействовало. Ну, помнишь, на меня тоже... Вот этого надо валить, это пипец просто ходячий. Да, этот козел тот еще. Мою мадору еще траванул. Я пойду к нему, Джан. Не надо. Вали лучше вот этого, который подходит, пьяный гоблин. Он ему чуть-чуть осталось его завалить-то. А тут еще целый. Чё разбредаться-то там по-разному? А, вот еще один колдун. Вот этого, который рядом с тобой, вали. Да-да-да. Ну, сволочь проклятая. Ты посмотри, чё. Жить еще не хочется. Не хватает, представляешь? Ну, пускай ход останется на следующий раз.
Какие новые возможности теперь перед нами открываются с пониманием? Не, ну они у нас, в принципе, были, мы ими так в любом случае пользовались, просто мы не акцентировали на этом внимание. Мы просто не обращали внимания, да. Да. Так. Что, по сути дела, это они у нас были. Это же не что-то такое, чем что можно было, но мы не воспользовались, знаешь? Чем можно было? Ну, чё, козёл. Нет, это, конечно, расточительство, но что поделать? Или уйти отсюда. Чё он на меня наложил? Болезненно на меня наложилась. Волота такая. Ладно. Шажок в сторону. Да-да, он болезнь накладывает. Так, сейчас я тебя... Его бы оглушить. Вот было бы неплохо. Так, сейчас мы, знаешь, что с ним делаем? Отлично. И он оглушился, вообще замечательно. Угу. И там надо всех туда вообще кидать, пускай они там оглушаются. Ну, к сожалению, вот эта вот телепортация, она очень долго восстанавливается. А это да. Так, мне надо как-то вылечиться. Так. Болезнь, отравление, ужас. Ты же... Ну ты от отравления попробуй его вылечить. Так, сейчас я попробую вот что сделать. Мандарян. Сейчас, сейчас, мне надо хотя бы... Да иди ты в пень, что ты мне... Так, отойду. Так. Цель слишком далеко. Да что ты мне рассказываешь? А, ну да, далековато. Мать. Вот что ты мне портишь. Хрена себе, сколько я сняла здоровья. Это я его вылечила, называется. Так, ладно. Ничего. А, не хватает. А, черт. Ладно. Ой, у них статика это пропала. Угу. Ой, это колдушка пришла. А завалит. Ты вообще пипец странный. Вот страшный, этого, короче, конечно. Пьяного, который стоит тут рядом, вот его надо срочно валить, он может даже сдохнет от твоего мега-удара. Бей его. Который с серпом, да? Да, бей, бей его вообще нещадно. Да твою мать! Второй раз уже так делает, урод. Вообще, посмотри на него, урод. А почему? И может это что-то... Ладно, не хочет по-хорошему. Подожди, кажется. Будет ему по-плохому. Так, ну и ладно, вот так. Рога, конечно, в земле это круто. В камне, я бы сказала. В камне. А так, лицо в камне. Он вообще каким местом видит? Может, он поэтому и промахивается? Кстати, ну, не, я не удивлюсь, надо будет посмотреть потом дополнительные характеристики этой фигни. Так, ладно, ну что. Конечно, без дополнительных эффектов можно попробовать либо быстрым разрядом, либо фигачить вот этого колдуна, который с Жорой рядом стоит. Фигачь колдуна. Или призови кого-нибудь, если хватит. Сейчас посмотрю, кстати. Волчка-то. Угу. А волчка у меня, кстати, был только в свитке, но у меня еще один остался, так что я сейчас так и сделаю. Туда, к этим, к тройняшкам. А я вот на границе прям сделала, потому что там же область. Выдается. Mm. Так. Так, что я могу? Я могу рикошет. Я могу, конечно, либо вылечить Мадору от отравления, но я один ход остался, мне кажется, это бессмысленно. Нифига. О, хороший рикошет. Да, хороший рикошет. Так, волчик. Сейчас мы тебе так сделаем. Да ладно. Знаешь, даже с пониманием того, что у нас суммируются очки действия, мы все равно точно так же действуем. Угу. Волочка, к сожалению, ничего дополнительного нет. Не достаю, ладно, пускай так будет. А, он пытался уйти, и волочка его куснул.
Так, все, у Мадоры отравление упало, но ее сейчас убьют, если второй раз... Хотя нет, у нее же способность есть уход от смерти. Надо лечить срочно Мадарян. Ну, камешки защищают конкретно, должна сказать. Они, конечно, он, конечно, мажет от этого, но... Да не от этого. Ну, посмотрим, я посмотрю. Я смотрю, не от этого. Он может просто потому, что враг жить очень хочет. У него просто, может, у ворот и ловкость повышается, когда у него здоровье, не знаю, меньше 50%, кто его знает. Волчик хочет атаковать. Сейчас. Наконец-то, блин, этот отравитель самый главный. Так, хорошо, что я могу? Я могу подлечиться. Было бы неплохо. У меня зелья закончились, как так? Нет, не закончились, все нормально. Не лидерство хорошая штука, надо качать. Прям инициатива плюс 5, шанс на успешный удар плюс 10%, урон тоже 10%. А, черт, я выпила зелье от всего, а оно не сработало, хотя у меня эффект не 4. Вот иногда эта жопа случается, и меня она бесит. Так. Понимаю. Я вообще не поняла, что Джента отравлена сколько, кстати. Ну, в него пульнули, может, чем? А, господи, это волк. Это у волчика, ну, что-то... Чпелыхи. Так... Я могу ледяного призвать еще. Да не надо, пропадет волк. А, да волк, что ты сделала. Блин, опять то же самое. А у меня все, знаешь, какое-то ощущение, что я могу двух. Запомни, это как в Скайриме. Двух нельзя. Да. Сейчас я попробую вот что-то делать. Кстати, ни разу еще не делала. Так. А на них отравление не действует, если что. А, да? Да, ну, они да. Же а, против. А, ну да, точно. Они же сами эти, самые... Я уже даже по твоим твоей анимации вижу, что ты пытаешься сделать. Ай, жахай. Сейчас. Да, вот эта фигня, она не очень снимает. Мне вот интересно, как посохи делать в крафте. Надо бы как-то это узнать. Лучше, да, у него не очень посохи. И они очень редко встречаются практически. Так, ладно. Когда? Все это, конечно, очень замечательно. Странно, да? А, на одного только действует, а на второго нет. Интересно. Так, ладно. Пупсик, давай-ка мы тебя за попку укусим. Так. Я только каштанку читал. Хочешь за жопу укушу, да? Да. Ой, этот псих. Вот он, кстати, вот он только что использовал, что ты хотела сделать. Ты чё, охренел, что ли, чувак? Да он вообще пипец, я тебе говорю, надо валить с ручником. И он такой. Я Мадора сейчас к нему побегу. Я он очень хитропопый, он не отходит от цветов от своих. Так, девочки, вы чё там? Как-то у вас? Так. Я потом, наверное, попробую жахнуть. На этого колдуна. Блин, надо было этого колдуна чем-нибудь жахнуть. Как раз таки морозом каким-нибудь или статикой. Вот его. А, кстати, надо его заморозить точно. Еще попробую. Но Джан, наверное, не достанется, скорее всего. Он у меня только умеет такие вещи делать. Наконец-то. Я удачно подошла. А я еще главное думала, подходить, не подходить. Так, сейчас, а, смотри-ка, сработало вот это малое зелье сопротивления всему, оно включилось после того, как пропал эффект картопли. Так, вот этот пупсик куда-то намеревается пойти. Ну-ка, попробуем-ка мы его. Постой пока, дружище. Так. Охлаждение это разве заморозка? Это замедление в любом случае. Да? Так. Ой, я думаю, что добью сейчас. Угу. Леваль. Леваль. Я тоже хочу леваль. Мадора, кстати, левела скоро. Так, надо бы с яда отойти, что ли.
Меня, конечно, не травит, но все равно больно. Так, сейчас рискнем здоровьем. Супер, угу. Все. На два хода. Нормально. Он когда раздуплится, я думаю, что он будет поскальзываться потом. Ну, дай бог. Надо потом гвозди найти, Мадорию сапоги оформить. Какой-то жирный. О! О, совсем чуть-чуть осталось. Не хватило, блин. Ой, пошли цветы. Ой. Ну это волк, пошел. Это волк. Ладно. Ну все равно жалко, он хорошо так фигачит. Ой, мама. Этот жирный, его я точно... Его... Мы будем с тобой Джаном и Дизиптой мочить, потому что это невозможно подходить к нему вблизь. К которому? К вот этому, который... К цветочку. Нет, цветочки мы будем издалека мочить. А я, что... кстати, могу сейчас ринуться. А, нет, не хватает. Не надо никуда ринуться. Потому что он у меня не... Джан не падает на льду. Так. Зачем тебе туда? Чтобы тебя отравили цветы? И убили тебя? Нет, цветы, кстати, около этого, который с дубинкой, не попадут. Они уйдут только... Блин, а я никуда не достаю, по сути дела. Давайте я, знаете, что сделаю лучше? Только не бодай никого, потому что... А, ну, так. Ну, лучше так я сделаю. И пропущу очень-очень много всего. Но я помогу еще охлаждение, медленное течение попробовать применить на кого-нибудь. Не, не надо, наверное. Не знаю. Ну, хочешь, сделай. Как-то. Так, работает. Три смотречка. Вот этот, который левее от волчика стоит, он такой самый ранимый. А который ближе, он посильнее немножко. Короче, я поняла, с дубинкой они крутые. Да-да, этот приляжет. И он не упал. Нет, странно. Офигеть, ты жирный товарищ. Так, ну ладно, что же делать-то тогда? Сделаю-ка я вот так. Пока этот в заморозке лежит, я к нему буду подходить потихоньку. Предлагаю Джану хотя бы чуть-чуть вперед подойти, потому что все далеко, он ни в кого не попадает. Не-не, он во всех, кстати, попадает. Да? Угу. Вот, кстати, Джану бы на такие ситуации как раз хорошо бы зрение. Помнишь, я тебе давала амулет такой крутой с глазом? Самодельный. Да, да, помню. Вот его бы так, надо умри. Носить. Аллилуйя! Дофига у меня еще очков. Но, тем не менее, так, подожди, я, может, и достану? А, нет. Ну, сейчас я тогда подойду просто поближе. Так вот, допустим. И оставлю очки. Так, я. Блин, волчика надо было лечить. Да, чёрт. Господи. Не надо его лечить. За что? Ну он расходный материал, чего лечить? Он тащит зато. Так. Что я могу сделать? Я могу вылечиться. Ушел лечиться, смотри, паразит. Тактик. Слушай, надо к ним, короче, не подходить и как-то по площади стараться. Так вот, по стрелы мои, магия твоя, я говорю. Джаном и Дизиптой будем. Так, я подойду вот так. Сколько тебе там осталось? А, он как раз сейчас разморозится, между прочим. Вот только когда он разморозится? Я бы сейчас с удовольствием через... бы к нему подошла. Ладно, жахну. Ага, и подскользнусь на этом ладони. Плохая идея. Черт, неужели пропускать ход придется? Пропускай, потому что... Не, я лучше подлечусь тогда. Ну да, или подлечись. Ну, в смысле, не ходи никуда. Так. На замороженном-то что делать-то? А, ну я знаешь, что? Я не знаю, что с ними будет, правда. Ну, дай бог, чтобы оглушил. Неплохо. Еще лёг. Оглушил. Нет, он не лег, он просто... Ну, как бы голову приуныл, короче. Да. Если я сейчас в него попаду, будет замечательно. Если я его убью, вообще будет замечательно. Ну, с богом. Отлично.
Так, ну, в принципе, можно подгребать потихоньку к этим уродцам. Да. А цветы, я думаю, мы только исключительно издалека, конечно. О, убегает, смотри. В другую сторону, причем, соображает, смотри. Ты что-то сильно умный, слышишь? Ой. Ах ты ж пора. Я же говорила, будет здесь долетать. Я же говорила. Не подходи близко. А отравление не действует. Ну что, все равно сняло здоровье. Сапоги с гвоздями тащат. Вообще. Так, ладно. И на остаток я сделаю так. Почему я не могу? Ходов нет. Вообще ходов нет. Вообще все плохо. Почему? А, потому что я поела, типа, или что? Ладно, я пропущу ход. Как-то не печально. Угу. Я могла бы, конечно, подойти, но лучше потом. Как есть. Так, Джан, пожалуйста. Ты сразу жахай этого. Я могу его заморозить, кстати. Ну опять, и чем мы его. Как мы его убить будем? Лучше цветы замораживай. Да, вот я сейчас направила как раз. Хо-хо-хо-хо! Замечательно. Так, я подойду сюда, потому что мне надо жюри помогать. Вот сейчас я чувствую. Так. А, ну броня хватает. Блин, цветок, кстати, только на один ход. Ты посмотри, что какой ты молодец. А, ну он пробежался, подлечился. Давай, бей его. Просто бегай, бей. Так, а я через этот побегу. Ну, у тебя все равно отравление лежит, какая-то разница. Нет, коса больше наносит. О, как-то это странно сейчас выглядело. Они сбегают вообще, пипец. Кстати, иногда. Суммировалось, уже... кстати, сейчас конкретно. Очки действия. Он понял, что он... Слушай, козел. Один остался, давай сейчас он сейчас метаться будет. По всей Ивановской. Давай, бей его нещадно. Ой, как раз сейчас ему один удар твой. Или мой. Мой. Так, теперь цветы самый пошли. Самый главный гад. Так, ну, в принципе, что я могу вам сказать? Я могу... Нет, это глупо. Даже не знаю. А, я знаю, что я сделаю сейчас. Не знаю, получится ли. Это нет. А, ну, конечно, смотри, вот этот ужин, он 100% шанс замедлить цель. А, ну да, если ты сама урон. Блин, мне чуть-чуть буквально не хватает тебе, чтобы подойти к тебе и вылечить тебя от яда, то, что ты стоишь. У меня только радиус 3 метра всего. Знаешь, подстава какая? Да, а! Тварь. Ну ладно. Надо валить. Жора служил нам верой и правдой. Давай я к тебе сама подойду. Слушай, нам на самом деле серию бы закончить, потому что она уже минут 40 идет. Че, серьезно? Да. Ребят, мы бы, конечно, закончили этот бой в этой серии, но у Иры большие серии очень долго загружаются с этим. У нее проблемы, к сожалению. Поэтому мы здесь закончим. В следующей серии добьем цветы и пойдем уже дальше, потому что я уже там приметила кое-какие сокровища чуть-чуть западнее. Вот, и в общем, мы надеемся, что эта серия вам понравилась, да? Да? Да, надеемся, да. Очень сильно надеемся. Очень сильно надеемся. Вот, и, в общем-то, увидимся с вами в следующей серии. С вами были Ира и Сэвен. Всем удачи и до встречи. Пока-пока. Пока. Пока-пока.